Как это звучит, когда пукает русалка? Ну, не пукает, а какает. Ну, ладно. Ни хрена себе! Так, так, так. Привет! Витёк на экране, и сегодня у нас экспериментальный выпуск Jackbox. Это Airwax. Ну, ушная сера переводится на русский язык, наверное. И как видите, здесь все на английском. Но, понимаете, в чем прикол? Эта игра, она больше про звуки. А звуки, как говорится, не переводятся. Они просто есть. Поэтому мы решили все-таки попробовать поиграть в эту версию, в английскую. Там, правда, будут предлагаться варианты ответа на английском языке, но это уже проблема тех, кто вариант ответа выбирает. Тем более, всегда в Гугле, там, в этом, в Хроме можно правой кнопочкой щелкнуть и нажать, чтобы слету переводило все это на русский язык. Так что проблем не должно быть. Да и вы, наверное, даже и не увидите этого. А так на лету будем все переводить, надеюсь, получится. Поехали, попробуем, посмотрим, что это такое вообще. Набрал, значит, своих спонсоров и художников в эту игру. Тестировочную, погнали. Три, два, один. Airwax. Hello, welcome to Earwax. I'm Привет. Mother, and I will be Добро your пожаловать, я мать. Mother. Так, загрузка инструкции. Я не думаю, что нам нужны инструкции. Смысл такой, смотрите, значит, один, кто-то будет выбран как судья, и этот один будет выбирать лучшие варианты ответа. Как-то так это получается. Поехали. Первый, кто наберет 3 очка, тот выигрывает. Так, зверобой, давай, ты судья, и что делать? The prompt is... The best way to quit your job. Лучший способ покинуть работу. Ага. Почему-то нужно выбрать два звука. Вот меня смотрели. Лучший способ покинуть работу. И предлагают 6 звуков, и я из них выбираю 2. Причем я не слышу эти звуки. Я просто по названию этих звуков выбираю. А теперь мы слушаем это все. Хороший способ уйти с работы. Не, ну у первого лучше было. Паровозик... О, Масси улетает, так. Фига себе. Звуки прикольные. Вау. На вертолете улетел. Все, понятно, в общем. Теперь судья выбирает, какой же звук лучше был. А мы тоже голосуем, да? Собственно, взрыв. Ба-банч. Чих это самое актуальное? Ну, чих это мое было, кстати. Так, все, более-менее понятно стало. Хорошо, давай-ка попробуем. О, я судья, я судья. Я судья, я судья. Ну и бред, а. Как делают камбучу? Как делают камбучу, а? Ну-ка, я пока загуглю, что такое камбуча. Камбуча. А, камбуча это чайный гриб. А, камбуча это чайный гриб, ребят. Вот этот вот, знаете, в банке лежит такой кисленький. Все, понял. Окей. Сейчас узнаю, как делают камбучу. Давай, давай. Давайте, пацаны. Девчонки. Come now. Pushing two buttons isn't all that hard, is it? How kombucha is made?
2020. Нифига себе, адская камбуча. А что-то не подходит пока. О! Во, вот это подходит. А что? А вот это тоже подходит. Пук! Пук в конце. Я, наверное, вот это выберу. A decision has been made. The chosen sounds are... Сначала пыхтишь-пыхтишь, а потом магия. Ба-бам! Камбуча готова. Это дем лепёха был. Так. Джорно! Джорно! Джаджи! Ну, конечно, с русской озвучкой было бы прикольно. Ну, в смысле, с описанием с русским. Вы бы хотя бы воспринимали что-то. А так все на звук. Here's the prompt. 1930s toilets. Туалеты 1930-х годов. Интересно, какие там... Я такую дичь выбрал. 1930s toilets. Not there, you idiot. Не там, идиот. Не, ну это нечестно, если бы у меня такой звук был бы. Я бы сразу выиграл. Хорош. Сколько? Hey, kitty, kitty. Welcome. Welcome. Aww. Aww. Нифига себе. Хорошо сходил. Неплохо, неплохо. Давай, судья, выбирай. Азбука Морзе из сортира 1930-х годов. И подводный крик. Здесь написано подводный крик и азбука Морзе. И что там было? А, ну и тут был еще вот длинный туалетный ссых. Да-да-да-да. Длинный туалетный ссых еще был. Ну, для меня эти два лучших получились. Сейчас, давай, Джо. Так, победитель кто? Да, да, подводный крик. Я звука Морзе. Лучшие туалеты. Это был я. Ха-ха. Ха-ха. Иринка, давай, мочи. Ты умеешь в английский? Выбери нам тему. А не я выбирал, не я ж судья был. Остановите свадьбу. Ну-ка. Сейчас выберем. Блин, ну я не знаю, что взять. Тут много, ну, прикольно. Ну давай, я не знаю, что это. Там один звук прикольный, я не знаю, что он означает. Нифига себе, жестоко остановил. Из пушки прям жахнул. Что это было вообще? Стоп. Стоп. Stop sucking sounds enough. Звездные войны начались. Not there, you idiot. Не туда идет. Тук-тук-тук-тук. Я не знаю, что из этого выбрать, честно.
Звук такой прикольный. Так. Да ладно! Войдите. Пиу, это опять я был, как ты угадала. Так. Мем или пёха, давай мочи. Я так с этого орнула, пишет Иринка. Ну видишь, тут видишь, от судьи зависит. Так, лепёха. Как это звучит, когда пукает русалка? Вам для перевода. Боже мой, как может пукать русалка? Окей. Давай, пукающая русалка. Сейчас мы узнаем это. Там можно узнать, кто есть кто? Как ты узнаешь? Ну, не пукает, а какает. Ну, ладно. Ни хрена себе! Not good. Жесть. Русалка-лошадь. Judge, start judging. Ну это сложно будет решить, кто победил, честное слово. Тут все достойны. Блин, я даже не знаю, что вы... Пусть судья решает. Как серит русалка? One point goes to you. Way to go. Ну тут сложно было решить, тут любой был достоин победы. Time to select a prompt. О, сейчас армянские шутки пойдут, погоди. And the prompt is... This player is all like this. Почему я-то сразу? Time to choose your sound. Витёк любит это. Я не знаю, что такое all like this. Но мне это должно нравиться, ребят. Что мне нравится, как вы думаете? Давай как-то так. Не знаю. Посмотрим. Там еще было пару таких названий, которые я не понимал, что выбираю. А, в этом весь Витёк. Все, я понял. В этом весь Витёк. Правильный перевод. Я взрывной. Я вибрирующий массажер. Одинаковые звуки собрали. This is delicious. Yep. А, нет, это я не в туалет сходил, это монстр рычит. Я страшный. Выпел. Это что значит? Выпел. Прикольно. В этом весь Витёк. Угадайте, в чем весь Витёк? Сейчас Рог Армян определит, кто же у нас Витёк. А что, вибратор? А, не, я взрывная граната. Игрушка. Ну, в принципе, да, наверное. Наверное, похоже. Вы не угадали, я не третий снизу был. Итак,
A sound that should never replace a 21-gun salute. Звук, который никогда не должен заменить салют 21 пушки. Я не знаю, что это такое 21-gun салют. В общем, что-то с салютом. Чем заменить салют, ребят? Я что-то страшное выбрал. Взрывной салют, да. Ну, я не знаю, как правильно тут перевести это. You would think that pushing two buttons wouldn't be this hard, really. A sound that should never replace a 21-gun salute. Второй крутой. This is delicious. Чит наугад. О боже, какой противный звук. Согласен. Что за... Апчу. Я не знаю, ребят. Про салют вообще вопрос не смешной. The winner has been selected. The sounds chosen are... Машина задним ходом сдает и поцелуй мультяшный. О, два очка у Ромяна. Так. Анна, судья, давай, выбирай тему. The prompt is potty training. Что такое потти, ребят? Select your sounds, everyone. Мне перевод potty training как незначительное обучение. Wrong. Try again. Я не знаю, что такое незначительное обучение. Жесть. Yes. О! Хреново обучился. Judge, start judging. Идеально. Последний идеально вообще. Незначительное обучение. Напоминает это, как его? Там, где на дудочке играют этого Джека Воробьята. The judge has decided, and the winning sounds are... Oops! The point Эх, is меня не выбрали, а я был рядом. The judge is... О, чипс, снова судья, так. А, potty training — это как научить ребенка туалету. Все понял. Worst slumber party. Что такое сламбер? Худшая сламбер вечеринка, ребят. Смотрю, что такое сламбер. Перевод. Сламбер. Дремота. Что это значит? Вечеринка для спящих, что ли? Худшая вечеринка спящих, да? Окей. Come now, pushing two buttons isn't all that hard, is it? Worst slumber party. Вечеринка с ночевкой, он пишет, или пижамная вечеринка. О. Hello, is anybody there? А там кто-нибудь есть? Никого нету. Действительно худшая вечеринка. Judge,
О, это наоборот крутая вечеринка, ты чё? Там стреляет. Regular or decaf? Judge, do your thing. Приходишь такой на вечеринку, а там... Judging is done. The winner is... Hello, is anybody there? Это тоже прикольное. One point goes to you. О, Ринка Сол. Отлично. And the judge is... Please select О, теперь ты судья, давай. Выбирай. Переводите побыстрее, что за вечеринка. В смысле, вообще задание. Я не понимаю, если тяжело брать звук. Getting blocked on Twitter. О, заблоки... Стать, в общем, sounds. Получить бан в Твиттере. Звук бана в Твиттере, ребят. You would think that pushing two buttons wouldn't be this hard, really. Getting blocked on Twitter. Wrong. Try again. Bye-bye. Bye-bye. Oops. Judging commences. Забавно. Давайте решать. А пусть зрители голосуют. Кто за какой звук? The best sounds have been chosen. They are. В Твиттере магия происходит. A winner has been decided. Опа, 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 победитель! Победитель! На, малепёха, да ты ж читер-то, а? Ты как ты это делаешь-то, а? Осуждаем! Я знаю, вы меня вычисляли, поэтому лайков ставили. Ну я два раза был очень близок к победе, у меня очень хорошие звуки попадались. Ну, Лепёха просто читер, согласитесь. Как, это ж невозможно так. Согласитесь, невозможно, да. Ну что, осталось только дождаться, когда на русский переведут, потому что так-то весело, в принципе, было. А, очень хреново, когда ты не понимаешь, что ты выбираешь. Потому что там бывают такие вещи написаны. Такой, что это вообще такое? Как это вообще может звучать как-то? О. Вот. А еще вот эти вот пижамные вечеринки, которые непереводимые. Немо хакер, да, он просто, наверное, пакеты подменил, которые к серверу идут. И, собственно, таким путем и стал победителем. На самом деле победитель это я. Так что спасибо за ваше поздравление, за то, что лайки ставите. Я оставлю пока это вот таким образом, типа обзорочку такая, поиграли, повеселились, поржали, были смешные моменты, очень были, особенно пердящие, конечно, русалка это что-то с чем-то было, и там и дальше тоже приколов было много. Ну, первую парочку там, конечно, разогревались, но понять надо было сначала, что как вообще, да? Было забавно. Значит, Лепёха осуждаем, комментарии пишем об этом обязательно. Ну, в описании ссылочка на плейлист джекбоксов всех подряд. Русалка топ. Пока.